Здравствуйте, меня зовут Вальшина Лиса. Мне 20 лет. На данный момент я учусь в Казанском государственном университете культуры и искусств по специальности дирижер-хормейстер. Свое будущее я вижу на больших сценах, конечно же. У меня есть огромная мечта и желание представлять нашу татарскую классическую музыку за рубежом. Это музыка таких композиторов, как Рустема Яхина, Сары Садыковой, Мансура Музафарова и многих других. Я считаю, эта музыка достойна того, чтобы они знали не только в Татарстане, но и за ее пределами. Настоящая татарская девушка должна быть доброй, открытой, излучать свет, добро, быть всесторонне развитой, ну и, конечно же, гостеприимной, потому что гостеприимство – это отличительная черта у нашего народа. Что такое женское счастье? Это вопрос субъективный, потому что женское счастье для каждого свое. Лично для меня счастье – это гармония между внутренним и внешним «я», и когда тебя понимают родные и близкие люди.